Приветствую, ребят. Я сегодня дома без работы. Начали стучать. Ну, короче, сегодня дома без работы. Заказов пока нету. Ну и надо заняться домашними делами и транспортными, и все такое. С сегодняшнего дня, то есть со вчерашнего вечера, решил сменить название канала. До этого назывался «Жизнь и бизнес», потому что я занимаюсь чуть бизнесом, и перевозки у меня как бизнес, и транспортную небольшую свою имею. И поэтому давал тематику поначалу в плане бизнеса. Но со временем канал перетек в то, что я показываю, чем я занимаюсь, работаю, живу и так далее, а работаю в основном в перевозках. Поэтому с сегодняшнего дня или со вчерашнего вечера канал будет называться «Жизнь перевозчика. Моя жизнь. Как я езжу, как я работаю, чем я занимаюсь» и так далее и тому подобное. Ну, может быть, какие-то темы будут чуть-чуть с бизнесом, но все равно направление будет как бы перевозки. Так что напишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу, нормально или нет. А сегодня мы будем заниматься дома и в основном транспортом. Так что смотрите. Какие у меня сегодня дела? Я рассказывал про трактор, я слил масло. Слил масло. Фильтр не подошел. Фильтр я купил. Сейчас зальем масло, поменяем фильтра. Топливные еще и так далее. Тут он в процессе работы стал и начал делать. Вот. Вот этот фильтр у меня есть, но я его чуть наживил. Еще поменять топливный. И запустить, отогнать его и так далее. То есть, ну, тут на самом деле еще много делов. Надо, хочу в мостах поменять масло и так далее. Тут патрубок вот потрескал, надо патрубок заменить, тоже слить. Ну, везде проблем хватает, как бы. Везде надо что-то делать. Это он. Эта штука у меня такую приобрел. Надо ее поставить на место, потому что грузил недавно машину и использовал ее. Рохля есть тоже. Так, на мухе, кто помнит, загорелся чек, надо посмотреть тоже. Сегодня посмотрим. На шмеле. На шмеле, что я хотел. Тут как бы машина работает на ходу. Помыть это однозначно. Тут проводку надо пододелать. Тут у меня вывернулась вот эта железяка, надо ее заменить. И так далее, убраться все. Вот, видите, такая. И тут тоже надо делать. Ну, сегодня не все сегодня, но потихоньку будем делать. Вот эти провода, что-то не пойму, куда они идут, потому что у меня левый тот верхний фонарь работает, правый нет. То ли это на правый, то ли как-то, ну, надо будет посмотреть. Там вот тоже вот провод вниз опускается. Что они, эти провода? Не сильно понятно, надо разобраться. Тут не работает подсветка номера. Хочу еще две противотуманки поставить, чтобы задний ход был хороший, потому что машина длинная. И когда задом ночью сдаешь, вообще почти ничего не видно. Газон надо привести в порядок. И это, как оно, и на продажу выставить, убраться в нем. Сейчас чуть заведу. Заведу. Я его заводил буквально там неделю назад, а до этого он довольно долго не заводился. Ну, смотрите, как заводится. Газончик, в принципе, нормальный. Пусть прощелкает. Ну вот и все. Заводится он вообще, как бы, грубо говоря, с полтыка. Так что тут еще бардак, этот газели, это фильтра на газон. То есть тут тоже надо все поубираться, чтобы было все нормально. Так, ну, я про это сказал, я тут тоже сказал, ну, короче, может, что-то и пропустил. Эта коробка у меня когда полетела на шмеле, тут надо ее тоже убрать куда-то, она развалилась, еще заржавеет, лежит, не до нее все
Ну и по этой тоже надо заниматься. Тут по ходу прокладку пробила. И так куча недочетов. Но посмотрим, короче. Все сразу, конечно, не сделаю. Вот. Будем делаться потихоньку. Так, по газону еще. У меня тут крышу провалило. Я срезал это все, оно так было аж выгнуто дугой. Надо приварить, сделать крышу, поснимать это все лишнее. Доски поломало тоже. Я подкладывал, ну когда надо доски поставить. Ну короче, привести еще газон в порядок. Эту рогатку сделал, чтобы ну дождь или что, чтобы не набиралась, чтобы она торчала. Рохля тут все стоит. Забрать. Ну короче, такие вот дела. Ну, короче, везде надо руки прикладывать. Очень много работы. Поехал в магазин запчастей. Подергал этот патрубок, который с трещинами был. И он потек. Короче, надо сейчас патрубок купить. Еще этот. Хочу герметик взять. Тоже забывал постоянно. Мне фару надо поменять. А то разбил. Ну, короче, чтобы хотя бы что-то сделать уже, чтобы он стоял, а то фара заклеена, и патрубок, ну, не капал. Сейчас что-то подергал, думаю, как он, а он уже пересох и начал капать. Ну, думаю, хорошо, потому что уже сделать нормально, и пусть работает трактор себе. Молодец, в принципе, мне очень большую пользу. Я говорю, я как-то без него обходился там туда-сюда, а сейчас даже не представляю, как мне обходиться без него, потому что очень такой второй помощник и такой мощный, что-то поднять, что-то выкопать, что-то выгрузить даже и так далее и тому подобное. Еще хочу как-то вилы придумать, чтобы палеты снимать, например, с машины на него надо, или сварить, или что, ну короче, подумаю потом. Так, вот автозапчасти мне вот сюда, и это, но надо доехать до светофора, развернуться и, ну, сейчас, короче, сделаем дело. А тут чек так и горит, но сейчас, говорю, сейчас трактор сделаю, чтобы он уже на ходу там это все и займусь. Так, взял такой патрубок, думаю, хватит обрезать, потому что, ну, трактора у них, конечно, записи нету, и герметик. Сейчас приклеим стекло. Ставим патрубок, и будет трактор. Тут еще купил эти дворники на муху сюда, на эту газель тоже надо поставить. Короче, куча дел. Так, залил новое масло, поменял, то есть вот это ультра, то что у меня и шмель ездит, такое же залил. Вот, залил новый антифриз, там поменял патрубок. Поменял патрубок, поразливал чуть, но тут антифриз уже и какой-то грязный, грязноватый. Так, ну, тут по верхнему уровню покрыт, почти. Вот, слил со стойника грязь. Поменял топливный фильтр. Сейчас вот качаю. О. То идет чуть, то перестает. Наверное, воздух, вакуум. Сейчас его еще не просто будет так завести. Так, ладно. Тут все поделали. Может, крутанем стартером, посмотрим. Не 10 он стоит, не заводился.
Смотри, почти полный бак, я даже смотрел специально. Даже покажу, чтобы... Полный фильтр, вот отсюда идет через фильтр. О, вот воздух или что. Работает, как часики. Тр-тр-тр-тр-тр. Все осталось отлично. Все сделал то, что хотел. Пару еще, ну не знаю, сейчас посмотрим, потому что уже 8:30. Короче, и кирпичи уже съездил, выгрузил, прокатку сделал. Хочу еще вот эту штуку забрать, не знаю, получится, не получится. Сейчас ковшом, если бы получилось так его перевозить, то было бы классно, потому что, блин, я сюда, и он там лежал у меня, я сюда его тащил вот руками, блин, чуть ли не додорвался, потому что она... тяжеленькая такая, довольно приличная, не знаю, килограмм 100-150, наверное, весит, я не знаю даже. Так, нету тут веса, сколько она, ну кто знает, сколько килограмм, так, 2 тонны поднимает, Q, это вот это вниз, CH это вверх, на 3,5 метра поднимает, то есть получается 800 килограмм на 3,5 метра, а на 1,60 м тонна 800, на 1,50 м 2 тонны поднимет. Ну а сколько сама она весит, непонятно. Так что ладненько, но с этой стороны ничего нет, а что-то есть, 1,5 тонны. Ой, подождите, каких 1,5 тонны? 232 килограмма. Ну, 232 кг. Вот ее тащить, конечно, 2020 год. 60 сантиметров, может, это или что тут? Или 1600, это ширина, ну, раздвигается. Ну, может быть, так. Короче, ну, вес, наверное, 232 килограмма. Он-то ее берет, только перевес идет туда, если вот так вот встать. Вот, если бы так она была, или ее так зафиксировать. Я посмотрю, он ее отвезет. Короче, зафиксировал ремешком. Ремешком. Можно грузить и в машину, и куда угодно, и поднимать на любую высоту. Ну, не на любую, а сколько может трактор. Я говорю, он мне всегда помогает во многом. Вот это 230 килограмм, я говорю, я оттуда пока притащил, это было капец. А сейчас вот спокойно себе едешь и все. Так, сейчас ремешок. Вот, ремешком затянул. Вот. Так, толкнувши. Поехали.
так что вот так вот, это вот такой вот помощник, говорю, много чего мне помогает, и все, вот это будет помогать. Еще у него есть, тут у меня промзона. Я вообще тут хочу сделать, вот где щебенка начинается, там вот площадку отсыпал, потом надо будет сделать вот эту, там где машина стоит. А вот оттуда, где-то метров, не решил еще, 10 или 9 оттуда, и вот так вот сюда, и сзади, может быть, или до конца там метр сделаю, как положено, вот гараж поставили, ну, типа, у меня будет называться это типа гараж, метр вдоль забора, гараж можно ставить так, метр вдоль забора, и может быть метр от забора, либо, может, сделаю там 3-4 метра, будет как за зданием там такое, что навесик и всякое хранить, доски там или что, может быть так сделаю, еще не это. И такой будет у меня ангарчик, типа, чтобы газель заезжала для ремонта, склад, может быть производство какое-то и так далее. То есть вот такое будет большое здание, 10 на где-то, может быть, на 25 или сколько там получается, тоже 20 получается, я считал, вот тут где-то, вот 20. Ну, еще, может, там 2, 3 или 5 метров. Ну, 5 метров, ну, может, говорю, метра 3 оставлю, чтобы туда... Нет. И чтобы трактор стоял, заезжал внутрь. Тут такой большой, метра 4 вверх. Короче, такое, ну, у меня планов до хрена, денег надо только и времени, чтобы делать. Ну, и тут строители, тут сам уже не сделаешь. Вот так вот, ну, ладно, короче, поставлю ее тут, чтобы там не мешался вот эта штука. И покажу еще вот у меня... К нему прицепчик такой, я поставил доску, чтобы это так на гидравлике поднимается, бортик такой, вот так, короче, ну, чтобы тут дождик и так далее, чтобы это вот такой, не знаю, насколько кубов, но куба 1,5-2 по весу тонну, но я думаю, возьмет он и больше. Такой вот прицепчик, прицеп вроде пока ничего не надо, он, ну, работал, конечно, но меньше. В основном работает трактор. Так вот, ребят, на этом будем прощаться, потому что я думал, больше сделаю. А получилось так, что с одним трактором провозился целый день, а сейчас уже темнеет. Ну и всякие перенагрузки, как бы там, можно и допоздна и так далее. Если сделаю здание, конечно, там будет свет и так далее, там можно хоть целую ночь ковыряться. Но сейчас можно с этим... С подсветкой, светильником какой-то, ну, это, во-первых, не работа, а во-вторых, сегодня как-то, как-никак, выходной, надо чуть и отдохнуть. Я поспал сегодня, часов до 10 или до 11, уже не помню. Потом начал заниматься, ну, так вот, в развалочку, потихоньку делаешь одно, другое и так далее. И что-то не заметил, уже время пролетело. А еще машины. Ну, посмотрим, что завтра. Завтра заказов пока нету. Будем дальше крутить. Появится заказ, сели и поехали. То есть, такие вот эти ремонты, они не такие, что машины не ездят. На машине можно съездить. А это так вот. Доводим до ума. На этом все, ребят. Всем пока. Такая вот жизнь перевозчика. Новый канал. Что вы скажете по поводу этого? Пишите. Буду отвечать по возможности. Пока-пока. Увидимся.